Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Святый Рок. Сегодня я хочу представить вам еще один красивый, на мой взгляд, узор. Мне кажется, он подойдет для вязания мужских свитеров или для вязания пледа. Рисунок вяжется легко. Так он смотрится в лицевой стороне. Здесь идет чередование узора рис, лицевые, изнаночные петли. Вот его изнанка, с изнаночной стороны он тоже красивый. Раппорт узора у нас составляет 10 петель. Высоту узор вяжется 4 ряда. Образец я вязала из ниточек Yarnarte Baby, 100% акрил, моточки 50 грамм, длина нити 150 метров. Набирала на 4 раппорта и добавляла еще для симметрии вот этих 5 петелек. Итак, для образца мы наберем 2 раппорта 20 петель и плюс 2 кромочные. Итого у нас получается 22 петли. Итак, первая у нас кромочная. Дальше у нас 5 лицевых петель. И далее чередуем 5 петель узора рис. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее 5 лицевых. И чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная петля. Второй ряд. Кромочную снимаем. Далее провязываем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная, далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, далее изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3, изнаночная и кромочная. Так, третий ряд. Кромочная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная петля. Четвертый ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. Изнаночная. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3,
изнаночная и кромочная. Четыре ряда нашего узора мы провязали. Как вы видите, узор несложный. Узор рис чередуется в каждом втором ряду. Видите, повторяется. Провязав еще несколько рядов вверх, у вас тоже получится такой красивый узор. Всем большое спасибо за просмотры. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Ровных вам петелек, хорошего настроения. До скорых встреч!